Что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Когда плачут цикады» или «Хугараси на Наку Карани» с подзаголовком «Ответы» Каи. И у нас продолжение главы 5 «Раскрытие тайны». По счету эпизод будет уже 85-й, в котором мы... В общем, в прошлом эпизоде... Шон, в общем-то, осталась дома у этой Мионы, и в итоге там прошла такая сцена, когда, в общем, она оказалась свидетельницей того, что послушала, в общем, разговор Мион и их бабки, в общем, о том, что случилось там с Тамитаки и с Такана, что, в общем-то, их как раз обнаружили мертвыми. Такана, в общем-то, это зажжены бочки, а Тамитаки с расцарапанным горлом. И в итоге, в общем-то, потом зазвонил телефон, Мион пошла, в общем-то, и увидела как раз вот эту Шион. Прижал, в общем-то, к стенке, спрашивал, стал, в общем-то, ее с таким довольно злобным тоном, в общем-то, спрашивать ее, что она здесь делает, что она все слышала в итоге-то. И, в общем, случилось то, что потом, в общем-то, Шион, просто не знаю, что-то там перещелкнуло, в общем, в голове, что-то, и она, в общем, вырубил вначале Миона с электрошокером, потом бабку, в общем, и... И, в общем, жестко допрашивал насчет этого, что там случилось с Тамитаки и с Итакана, виноват ли вообще Саназаки, причастны ли к какой-то вот этой серии загадочных смертей, проклятию Айсира-сама, в общем, как они там называют деревни. Все это, в общем-то, цепь этих, в общем-то, смертей каждый год, в общем-то, на фестивале Танагаси случавшихся. Ну, в итоге, в общем-то, порыве, в общем, такой ярости убила эту бабку. Ну, точнее, даже она убила еще это так, когда Альташокером ударила. А потом уже, в общем-то, мертвое уже тело добивало тебе плеткой, что ли, не знаю, в общем. Видимо, вырывал, как бы получается, и свою ярость на нее за все, что там наделала тогда. С 760 шкодами тогда и с ней, в том числе, когда наказывал ее, в общем-то, за то, что там она в это выдала себе-то, что она Шион, а не Мион. Этому ОИСИ полицейским, остальным там. Ну, в общем, серия была такой довольно это очень жесткая, страшная. Не знаю, отвратительно, в общем, знать, может, сказать, наверное, стоит. Ну, в общем, поехали, начнем читать следующий день. Что там дальше случится? Закончилась тем, в общем-то, серия, что в итоге там... Шон сказал, что, в общем-то, она пойдет в школу вместо Миона и посмотрит, в общем, на Китти, как нам тебя будет вести. Так как он все-таки тоже проник, в общем-то, вместе там с Такана, Тамидаки и Шона, этот Сигуден. Что там с ним случится? Так, такой счастливый сон. В нем Сатоши Кон вернулся к нам и вел обычную жизнь, словно ничего не случилось. Ага, словно ничего не случилось, опять играл в бейсбольной команде. Мы с начальником, не договариваясь, делали вид, что словно ничего не случилось. Так, по нашему мнению, должны вести себя взрослые люди. И приветствовали его на поле, махнув рукой на все прошедшее без него время. Хотя на тренировке они отбивали неплохо, в игре почему-то никак не мог проявить себя. Ах, Сатоши Кун, почему тебя в самый важный момент убивают? Пожалуйста, представь, каково твоим болельщикам. И Сатоши Кун, насупившись, бубнит под нос. По щекам потекло что-то горячее. Хрип. Сатоши Кун. Что-то мне, в общем, да, такой сон, в общем, хороший приснился. И что-то, не знаю, почему вдруг... После того, чтобы она сделала это в прошлом там, эпизоде, в прошлый день там. Сон всего лишь сон, но такой чудный, что хотелось в него поверить. Застлали слезы. Чем сильнее моргал я, пытаясь сосредоточить взгляд, тем больше он расплывался. И вот все исчезло. Утреннее солнце просвечивало между штор. И в доме Санадзаки, в комнате Мион, как и сюда увернулась. На корточках, сидя в углу, я плакала. Сон лишь сон. Лучше бы я не просыпалась, но когда-нибудь приходится проснуться. Я живу в мире, где нет места снам, поэтому просыпаюсь. Но не знаю, одно ли мне он приснился, так как чудилось, что Сатоши Кун во время него был рядом. Сатоши Кун, ты вернулся? Ответа нет, и правильно, так и должно быть. Только вот бы он хоть улыбнулся мне со смущением, будь он Сатоши Куном. Но в реке надежда, ощущение, что он тут как-то растаяло и пусто стало, словно его и не было. А потом зазвонил телефону парадного. Ах да,
Сейчас тут одна я. Придется ответить. Поднявшись, я пошла к выходу. Меня шатало из стороны в сторону, и я едва успела опереться во стену, чтобы не упасть. Понятное дело, не выспалась. Прямо как простудилась. Телефон все трезвонил. Можно было не брать трубку. Но я еще не привела мысли в порядок, поэтому думала, что нельзя не ответить. Да, Саназаки слушает. Прошу прощения за звонок в такую рань. Звонит Кимиоси. Бабушка еще спит? Дедушка Кимиоси. Да, устала вчерашнего вестима. Решила, пускай пока полежит. И правильно, нечего и будить. А ты же сейчас в школу пойдешь, Мёнтян. Тогда можешь оставить ей записку? Хорошо, что передать? Значит, по поводу вчерашнего решили созвать срочное совещание, что состоится в 5 вечера в сельсовете. Передашь? Поняла, передам. Не успел я положить трубку, как телефон зазвенел вновь. Да, Саназаки слушает. Прошу прощения за ранний звонок. Звонит Касай. Полагаю, вы Мён-сан? Желаю доброго утра. Касай-сан? Доброе утро. Шён-сан еще у вас? Я не встревожилась, но все же немного растерялась. Можно сказать, что нет. А можно и сыграть обеих сестер сразу. Шон как раз умывалась. Пойду позову. Выбрав сыграть Шон, я попрошлась по коридору туда и обратно, а потом опять взяла трубку. Касай? С утречком. Доброе утро, Шон-сан. Вы идете в школу? Да, вот еще. Буду я вас с похмелья опереться. Ожидаемо. Ах да, Шон-сан, как доберетесь до Геномии? Может сказать кому-то, чтобы вас подвезли? Думаю, дедушка Кимиоси меня подбросит. Ну или кто еще? Не волнуйся, чего-нибудь соображу. Ваш отец потребовал садить, чтобы вы поменьше пропускали уроки. Прошу вас, пожалейте мой бедный мизинец. Хи-хи. Ну, настроение будет, постараюсь. Вот что, Касай, ты слыхал? Что? Ну, об этом, что вчера вечером произошло. Более-менее жуткое дело. Раньше проклятию попадались только те, кто в дамбовой войне был, не за деревню, правильно? А в этом году почему-то по-другому, мне кажется. Есть мысли? Как сказать, вообще-то я в этом деле не разбираюсь. Касай не любитель болтать. Я знал, в таких случаях он обычно слова не тратит. Ты знаешь, почему на вчерашних двоих пало проклятие? Нет. Ночью слышала. Мол, они пробрались в Сайгуден, посадив это на гасе. Открыли замок проволочкой или чем-то. Некоторое время из трубки не доносилось ничего. Я, сдержав дыхание, прислушивалась, ожидая, как он ответит. Я ожидал, он скажет, прокляли за то, что пробрались в Сайгуден? Как-то не очень верится. Понятно. Вот глупцы. Ну, Тамитаки-сан, говорят, не местный. Наверное, не знал здешних обычаев. Подакнул я Касаю, но на душе у меня стало тяжко. Касай не подумал посомниться в истинности уравнения, нарушили запрет входить в Сайгуден, равно стали жертвами пятого лета. Я давно знала Касая, поэтому понимала, для чего тяжело сказанное им. Ах, да, Касай. Вообще-то... Хе-хе-хе. Я тоже. Ну, это... Вы там побывали? Ну да. Шион-сан, мы были в хранилище обрядовой утвари? Угу. Такана-сан пригласила. И мы туда пошли. Такана-сан, Тамитаки-сан, потом я и, ну знаешь, мальчишку из семьи Мейбара из того особняка. Кейти зовут. Вот всего четверо. Из трубки донесся тяжелый с досадный вздох. Ни слова не промолвив Касай, не промолвил, но его недовольство и так было, если не ясно. Я еще не видела, чтобы он был настолько зол на меня. Шион-сан, вам прошлого лета мало показалось. Так, собирайтесь отвечать за сей раз. В прошлом году 3 ногтей хватило. Пожалуй, 5 будет в самый раз. А, извини, но я ж не шучу. Я понимала, но нехорошо так поступать. Отчасти, но чтоб такая расплата. Шион-сан, вы все же из главной семьи Саназаки. Думаете, не такое закрывает глаза? Но я же всю жизнь жила в Акиномии. Из-за бабкиной ненависти меня в Хинамиза упускать не хотят. И потом, я же сколько провела в ссылке? Откуда мне знать? Еще один тяжелый вздох. Он красноречиво говорил, что все мои оправдания тщетны. Шон-сан, я хотел бы быть вашей надежной опорой. Всем сердцем хотел бы вам верить. Но даже я не в состоянии укрыть вас от некоторых вещей. Во-первых, Ши...
Ха-ха-ха-ха-ха. Прости, сестурка идет, заканчиваем. Пока. Грох. Торопливо перебив Касая на полуслове, я повесила трубку. Не хотелось услышать. Я не могла спокойно слушать, как Касай, с давних пор бывший моей самой надежной опорой, отрекается от меня. Ха-х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 а. Черт. Вот так. Дела. От криков цикад, жик, жик. Казалось, будто меня посадили на огромную сковородку. И жик, жик. Это я, шкварча медленно пожариваюсь. Меня все же настигло раскаяние. Оказалось, пробраться в хранилище и правда совсем никакие не шутки. Но я не думала, что это так страшно. Ну да, двери заперты, значит заходить туда не должны. Так оставили бы прежний здоровый замок. Зачем сменили-то? Вроде как Рика Тема пожаловалась, что он тяжелый. Его сменили на замком полегче. Оттого-то так она сам и задумала туда забраться. Будь там прежний замок, так бы не вышло. Я обмазала себе по лбу. Фух, перевела дух. Успокойся. Что теперь тревожится? Ночью я сожгла за собой все мосты. Раз так, отбрось колебания. Бабку-то я убила. Если бы она была просто в коме от удара током. После падения в колодец такой глубины не выживают, она мертва. Так что 5-6 отрубленными пальчиками и, простите, хи-хи, отделаться не выйдет. Было неуютно, словно ноги не касались земли. Как-то я ходила по заборчику вокруг парковых качелей, изображая себя на канатоходца. Было весело, ведь даже не удержись я, падать-то было всего ничего. Но на высоте, когда не видишь уже что там внизу, всякое веселье улетучивается. А я уже забралась на забор именно такой высоты. И стоило отнять ногу, как забор позади меня исчезал. Попробуй шагнуть назад, опора под ногами не будет. Вот каково мое нынешнее положение. Все, на что мне хватало, стоять на месте. А ведь я могла свалиться в пропасть и стоя на месте, будь я недостаточно осторожна. А заставлю себя идти, тем вероятнее упаду. Но застыв здесь, я упаду непременно. Вопрос лишь в том, сколько продержусь. Что меня ждет? Не видно. Никто не поручится, что впереди снова твердая земля под ногами. Но замру здесь, и лишь одно ждет меня. Тогда только вперед. Если стояние на одном месте означает верную смерть, то я лучше умру шагая. Будь я окажется впереди беспросветный тупик, и то лучше, чем умереть, не попытавшись. Лучше надеяться. Если жить мне осталось недолго, что ж, пускай так. Но я без боя не сдамся. Я буду остервенело цепляться за жизнь. Я убил бабку, и за это меня может ждать только смерть. А значит, жить мне осталось недолго. Говоря иначе, я уже мертва. А мертвецу терять нечего. Стало быть, остается только самоубийственная атака. Процедил я, сжав кулаки. Раз все равно умирать, так хотя бы не без борьбы. Пора поквитаться за Тшикуна. Кто, за что и зачем? Я расследую, я узнаю. И расскажу всему миру. И так заставлю этих гадов ответить. Пока не забуду следовать замыслу, выработанному ночью. Бабкину смерть пока скрою. Просто буду говорить всем, что Табер разболелась и лишит кровати в Ватанагасе. Мён же заменю собой. А чтобы её школьные друзья чего-нибудь не заподозрили, скажу, будто плохо себя чувствую. У меня и правда от недосыпа стоял легкий туман в голове. Стану Мён, и Шион перестанет быть. Касаю я сказал, что поборлась с Сайгуден, поэтому за счет и будет рассказывать всем, что Шон пропала из-за проклятия, похищенное демонами. Таким образом, остается лишь Майбара Китти, один из четверых, пробравшийся во хранилище. Если сделать его наживкой, может получится без лишних рисков потечь врага? Прости, Китти, но теперь ты моя наживка. Вроде только горько кольнуло, он как раз начинал меня интересовать. Ну что ж, в школу. Я уже ходил туда, под личиной Мион, поэтому кое в чем разбиралась. Часы показывали, что пора отправляться. Митян! Опоздала! Фух! Так вы меня ждали? Могли бы пойти без меня? Мион! А че это ты вся красная? Да и дышишь, как загнанная. Митян, ты себя плохо чувствуешь? Из стримона, отведя у меня с лба челку, Рена приложила к нему ладонь. «Рена, рука холодная». «Митя, он тебе кажется жар?» «Да ну, нашла заботу. К обеду поправлюсь». «Точно уверена. Или хочешь переутомиться?» «Чего?
Китя, ты обо мне беспокоишься? Ха-ха-ха, я рада. И не думала, что потевший весельчак, которым я считал Китти, потешный, окажется столь заботливым другом. Я ожидала подколок, так что даже чуть сбилась с толку. Лучше не перетруждайся. Учительница, я скажу, что ты день пропустишь. Да в порядке я. Лекарство-то выпила от простуды. Поправлюсь мигом. Ладно, пошли. Ты себя не утомляй. Но время... Ох! Если не побежим, не успеем. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот ведь захватывающее утро. Небольшая встряска, само и то, чтобы размяться. Помчались. Итак, староста, командуйте. А, встать. Смирно. Как и в прошлый раз, я не сразу поняла, что речь обо мне. Черт, ты не учишься ты ничему. Точно, ли Митян в порядке? Что-то она сегодня не очень. О, думаете? Сие не есть хорошо. Казавшись нездоровой, я угадала. Если я выведу себя непохожим, и он будет чем оправдаться. Ну, это бывает. Определенные дни девочкам не здоровится. А у меня их не бывает, вот. Не по... Шутя между собой, друзья Миона оставили меня в покое. Мимо Китти. Однажды он может взять и пропасть без следа, что недопустимо. Ровно то же, что и задремать с удочкой, пока рыба хватает наживку и уплывает прочь. Чтобы не пропустить момент, когда враг спецсапает Китти, я должна не спускать с него глаз. Только все 24 часа в сутки наблюдать не получится, как ни крути. А какие-то несколько часов в школе не назовешь наблюдением. Может мне, как Шион, связаться с ним и потолковать, в какую беду мы попали? Может быть, даже предложить придумать что-нибудь сообща? Скорее всего, Китти, как я, не осознает, что за вторжение в Сайкуден платят жизни. Хоть и догадывается, что плохо так делать. Притом, с прошлого года все расследования, связанные с проклятием, должны вестись в тайне. Гасанки знали о том, что случилось вчера, но едва ли Китти сейчас что-нибудь знает. Скажи ему, в каком положении он очутился, и он сам начнет осторожничать. Так, подобраться к нему станет непростым делом. Обнаружив его дрыхнущим на уроке, учительница приказала Мибари Китти пойти умыться. К слову, мне тоже хотелось поспать. Следовало держать ухо востро, но из-за недосыпа мысли путались. Я отпросилась домой пораньше, сославшись на плохое самочувствие. Так как нездоровье я изображала с самых первых минут, мне сразу поверили. Выйдя за дверь, я увидела, как Китти с ожесточением плескает себе в лицо водой из-под крана. О, так и думала, что Китян пойдет сюда. Снаружи, небось, получше. А, Мион. Уроки-то не пропускай. Сдается, плескать себя холодной на вид водой очень приятно. После него я также поплескала на лицо ледяной водой. Со стороны он оказался приятнее. Мён, как там твоя простуда? Спать хочется, потому что лекарство выпила. А вовсе не из-за нехватки сна, верно? Ха-ха-ха. Ты только не говори никому, но меня вчера затащили на посиделки с роднёй. Вот и устала. Устала. Я показала, как будто пью из кружки. У тебя похмелье? Тебе сколько лет-то? С преувеличенным удивлением мне одобрительно сказал Китти, но тревога обо мне не покидала его лице. Покедова, я в класс. Иди осторожнее. Гляди, не свались по дороге в яму. Вернувшись, Китти пошел обратно в класс. Ах, Китян, кстати. Я кликнул Китти. Тот повернул голову. Чего? Я спрошу сейчас кое-что странное, ты не принимай близко к сердцу. Смотря что спросишь. Вчера вечером в Нагасе. Ты встречал это Митаки-сан и Стакана-сан? Я не упустил того, как на мгновение весь он напрягся. Его вид показывал, что ему стыдно вспоминать о вчерашнем поражении Сайгуден, а также, что ему страшно, что Саназаки Мион признала никому, казалось бы, неизвестном поступке. Вот отлично, пускай пока сохранит это впечатление от Саназаки Мион. Ты же знаешь, что Митаки-сан и Стакана-сан. Вы же беседовали вчетвером. Вместе с Шион, после позавчерашних приготовлений ко фестивалю. Я прекрасно видела тревогу на лице Китти. Прекрасно видела и то, как он отчаянно пытается найти подходящий ответ. Вот почти понятно, кто он на самом деле, в общем-то, до ему обратился. Не Мион, в общем-то, а Шион, на самом деле, притворялся. Ей, точнее. Второй главе-то.
Ну, как знать, встретил, не встретил. Ни лжеца, ни актер из него не выйдет. По-моему, не очень-то он и умен. Почему он может говорить хорошо, что он не умеет лгать? Хотя, друзья, мне он не такой сгодится. Чё значит, почему не умен-то? Значит, если ты не умеешь лгать и притворяться, значит, ты не умен обязательно. Мальчишка недостойный рядом стоять с Сатоши-куном. С другой стороны, Сатоши-кун сам был не мастак ни лгать, ни притворяться. Пожалуй, Кейти в этом отношении впереди. Он хотя бы попытался соврать. Сатоши-кун просто замкнулся бы и смущенно тянул свое. Нет, сейчас лучше не вспоминать. Ясно. Тогда еще вопросик. Также про тот вечер. Шон видел? Какой же подлый вопрос. Кити ожидаемо заволновался. Ну, так ты ведь вчера спрашивал о том же. Я же тебе сказал, что не знаю, видел ее или нет. Спрашивала? По-видимому, он имел в виду, что вчера тот же вопрос задавался на Кисанадзаке Мион. А если задавал, то стало быть, после того, как мы покинули Сайгуден, и друзья, смотревшие пляску, отыскали его. Мион, ах ты гадина. Мне ты сказала, что не знаешь про Сайгуден. Вот срань. О, действительно? Да как-то подумала, что если спросить еще раз, ты ответишь иначе. Почему тебя так заботит, видел я ее или нет? Ого, как она повернулась. Кити набросился на меня с ответным вопросом, едва скрывая испуг. Да так просто. Видишь ли, про Томитаки-сана, Атакана-сан, Шиона и Гетяна, некоторые говорят всякие гадости. Хотя что там за гадости, я так и не разобралась. Кэти выглядел явно напуганным, что совсем не смешило, даже наоборот. Хотя смешного в этой игре ни капли. Что ж, скучного тоже, решил я. Я не верю, что Китян мог сделать что-то плохое. Все же мне захотелось тебя поспрашать. Вот и спросила. Прости, в школе неловко вышло. Убедившись, что заронила в Кэти достаточное подозрение и тревоги, я попрощалась. Никому не под силу различить подмены. До того, скажем, и Мион и Шион. 186-я страница от тетради. 186-я. Ну да. Так. Подойдя к поместью, я увидела стоящую перед воротами тетеньку, патуги с длинными рукавами. Так. Домработница. Симика-сан, кажется. Папка наняла несколько домработниц, которые делают в поместье всю работу. Ах, Мио-тянок, як хорошо, я уж не знала, что делать. Ой, что-то случилось, Симика-сан? Сегодня я очередь выполнять работу по дому. Она и пришла, но калитка оказалась заперта на замок. Она позвонила, но никто не ответил, и она стояла у ворот, не понимая, что делать. Да, с бабушкой что-то неприятное, верно, случилось на фестивале. С вечера такая, что подойти страшно. Ага, ясно. По-видимому, Симика-сан задумалась, не сделала ли она ничего, она чего-то не так. Она на вас не сердится, она просто спит. Вчера до поздней ночи была на ногах, так что, может, еще не проснулась. Объяснять вам ни к чему, верно? Как увидит ее из себя что-то, так долго хмуриться будет. Верно. Вот беда. Думаю, вам лучше пока не показываться ей на глаза. Хотя вы ничего плохого ей не хотите, бабушка может взорваться на вас. Прошу, оставьте ее пока что на мое попечение. Да? Спасибо, конечно. Симика-сан, премного прошу прощения, но не могли бы вы передать другим домработницам, чтобы некоторое время они приходили? Когда бабуля повеселеет, я позвоню. Пока что пускай ее никто не тревожит. Симика-сан, рассыпаясь в благодарностях и кланяясь, села на свой велосипед и уехала. Тот, кто хоть раз испытал на себе бабкин гнев, поймет. Затем в комнату Мион я выставила ее любимый будильник на 14 часов и легла под одеяло. Надо хоть немного восстановить силы. Остроту ума, спокойствие и хладнокровие. В 14 часам уроки должны закончиться. Тогда можно будет связаться с Кейти. Позвоню? Пожалуй. Вечером видите, что во дворе храма Фрутты намечается совещание старейшин, то бишь собрание совета деревни, людей Гасанки и ключевых фигур поселка. Коротко говоря, важнейших лиц Хинамидзава. Я пойду на него за место заболевшей корги. В остальном позабочусь на месте. Какое-то время исчезновение Миона бабки останется незамеченным. Не волнуйся, времени еще полно. Я еще раз глянул на будильник. Потом мгновенно заснула, будто кто-то выключил электропитание в голове.
Так, алло. Ах, я младшая сестричка Санадзаки. Здравствуй, свободное время найдется? Шион? Я думал, ты, как Мион, дрыхнешь по хмелю без памяти. У сестры похмелье? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Она, как всегда. По-видимому, Кейти не заподозрил подмены сегодняшний Мион. Если он не распознал меня при разговоре лицом к лицу, то по телефону тем более не уличит. И не знала, как весело играть двух людей сразу. Наверное, я начала привыкать к хождению по краю пропасти, коль нахожу веселье в игре не на жизнь, а на смерть. Ну или чувства мои притупились. Ох, извини. Родители ждут звонка с минуты на минуту, нельзя долго разговаривать. Чего звонишь-то? Мне надо тебе кое-что рассказать, но тут без долгого разговора не обойтись. А давай, знаешь, где-нибудь встретимся. Было бы славно, если бы ты заодно провела меня в библиотеку. Ты про библиотеку около станции? Могу. Я сегодня как раз работаю. В конце концов, мы порешили встретиться в Акиноме. Из Хинамидзава до поселка не так просто добраться. Но надо поторопиться. Не хватало только натолкнуться на Кете по дороге в поселок. Вспомнила, что ключ от бабкиного мотоцикла лежит в том самом потайном шкафу. На разные по собранию бабку обычно возят, но по своим делам, например, на уроки, она ездит на собственном мотоцикле. Так, пойди-ка. Так, а вообще-то, о ком она? Бабкина. Желаю обогнать Кэти, кто, наверное, воспользуется велосипедом. Я до упора выжила на газ. Кэти приехал намного позднее меня. Куда там? Велосипедом до мотоциклов. Да и светофоров от Хинамидзавы до сюда практически не видать. А ты пунктуальна, не как Мион. Искренне поражаюсь. Ха-ха-ха. Вот и не суди меня по сеструхе. Ты же на ногах ровно не стоишь. Так и ты ночью пила? Не скрывай. Видать, сама пораньше шла с уроков. Ах, не угадал. Я сегодня на них не пришла вовсе. Вообще, видишь, я умнее сеструхи. Эй, знаешь, прогуливание уроков с большим уме не говорит. Давай сначала разберемся с твоими делами. Времени у нас не так много. Тебе надо, насколько помню, в библиотеку? А, благодарю. Мама сказала, книги надо вернуть сегодня. Далеко до библиотеки-то? Да вон, рядышком. Времени было и правда мало. Я немного нервничала. Собиралась-то переговорить по телефону, но пришлось уехать в Киномию. После разговора Кейти неспешно покатит обратно в Хинмидзаву. Мне же надо будет умчаться туда, притом так, чтобы он меня не увидел. Или я не успею на совещание. Можно, наверное, чуть-чуть опоздать, но я хотела успеть к началу, чтобы знать все, о чем там пойдет разговор. Городская библиотека в Шишибоне. Большая скучная библиотека, полная пахнущих старостью книг. Это зато здесь тихо и воздух проветривается кондиционером. Самое то, когда хочешь побыть наедине с собой. В прошлом году после исчезновения Сатоши-куна я часто приходил сюда подумать. И да, именно здесь я повстречал Такано-сан. Не хотелось бы, чтобы та увидела меня с Кейти. А, так он что, забыл, что ли? Тут я вспомнила, что так вот, та уже мертва. Точно. На первом этаже сплошные конторы. Библиотека располагалась на втором. Мы поднялись по широченной лестнице. За дверью на фотоэлементах нас встретила свежесть воздушной завесы. Внутри стояла тишина, не то что на улице, оглашаемая цырканьем цикад. Воздух здесь поддерживали в самом подходящем для книг состоянии. Пахнет чем-то похожим на плесень, запахом, присущим одним только старым книгам. Во всех библиотеках так. Задумчиво произнес Кити, после чего пошел вставать книги. Из-за буднего дня посетителей почти не видно. Тишина-то какая. Немного поговорив о пустяках, я перейду к главному. После того, как он разобрался со книгами, я небрежно пригласил его сесть за столик в глубине библиотеки. Хотя Мион он знал хорошо насчет Шион, не имел ни малейшего представления и жадно слушал рассказ о нашей жизни. Сидя именно за тем самым столиком, где в прошлом году Такано-сан открыла мне правду о Хинамидзаве, я собираюсь рассказать Кейти по сути те же самые вещи. Бог так пошутил, что ли? Что ж, погляжу. Значит, владелец магазина игрушек твой родственник. Ах да, еще один родственник заправляет Англомортом. Я объяснила, каким огромным влиянием семья Санадзаки обладает в здешних местах. Гражданин Кейти мог не понимать, как этот древний род держит в кулаке всю область.
Без понимания того, сколько могущественны Санадзаки, он не уразумеет, какая опасность у него на хвосте. Особенно мы сильнее в денежном деле и торговле недвижимостью. А также у семьи Санадзаки есть свои люди в торговой палате. И в городском совете вместе с префектурным собранием. Там они представители Акиномии. У Санадзаки тоже свои. Постой-ка. Какую ты крутую речь завела? По всей Акиномии раскиданы их заведения, особенно сильнее они в денежном деле и торговле недвижимостью. Сверх того, у них есть свои в торговой палате, в префектурном собрании. Округлив глаза, Кейти начал загибать пальцы, пораженные могуществом семьи Санадзаки. Видимо, у него хватало на гибкости, чтобы поверить даже в кажущийся безумным. Я видел, как вместе с мало-помалу приходившим к нему пониманием изменялось его представление о Санадзаки Шион. Решив, что достаточно удобрила я почву, я начала объяснять, кто такая Санадзаки Мион и следующая глава рода. А затем, точь-в-точь, как Такана-сан сменила русло беседы. И увязала свою историю с хинмидзавской серией «Загадочных смертей» – «Проклятием Эйосирасама». Значит, семья Санадзаки получается вообще везде, ну, не офигеть ли? Угу, истинные красавцы. В наш разговор неожиданно вмешался тучный пожилой дядька с окурком в зубах. О, Иси? Что он здесь делает? Доброго. И привет, у вас тут свидание? Эх, завидую. Если вы так считаете, то вмешиваться бы не след. О, Иси-сан. Как ни ко времени. Нет, это не случайно. Слишком хорошо я его знаю. Он хитер, коварен и умен. Случайным его появление быть не могло. Он заметил нас по пути в библиотеку и пошел следом. Но почему? Может, что-то надо от меня? От Кейти? Может, от нас? Обоих? Судя по тому, на кого он глядел и как встал, интересовал его не я. Скорее даже так, он пытался отделить Кейти от меня. Своиси помнил, что как легко я солгала в прошлом году, чтобы защитить Сато Шикуна. Со мной он, естественно, не смог бы вытрясти что-то из Кейти. Зачем ему нужен Кейти? Дело наверняка в вчерашнем происшествии. На фестивале должно было быть полно полицейских в штатском, так что полиция точно знала, кто последний видел Такана-сана фотографа. То я и Кейти. А если, впрочем, знал, что со мной непросто управляться. Поэтому то избирал своей целью одного Кейти. Неподходящий человек в неподходящее время. Мейбара-сан, если не ошибаюсь. А ты, крутой парень, гуляешь, значит, с обеими сестрами Санадзаки? Нет, вы не так. Кейти обернулся ко мне с умоляющим и растерянным видом, надеясь, что я помогу. Легкий румянец, покрывший его лицо, чем-то напомнил Сато Шикуна. Однако направление беседы мне не нравилось. Аиси мог даже как бы вскользь упомянуть о моих отношениях с Сато Шикуном. Мне совсем этого не хотелось, да и у Кейти могло появиться предупреждение на мой счет. Мерзко сузившие глаза с Аиси мельком посмотрел на меня. Его взгляд все прояснил. Он специально затрагивал неприятную для меня тему. Он просто-напросто говорил: «Давайте уж уходите, не то я могу еще кое о чем рассказать понеприятнее». Говорил без единого слова, но оттого не менее членораздельно. «Ах ты, чертов старый прохвост! Ох, Китян, прошу извините, мне пора на работу». «Что? А, правда?» Решив, что оставаться здесь слишком невыгодно, я поднялась, сказав, что мне пора на работу. Оиси хмыльнулся мне. Черт, сегодня победа за ним, но только сегодня. Мне казалось, ты хотела со мной о чем-то потолковать. Чего ты? Да-да, как-нибудь в следующий раз. А я тебе позвоню, когда покончу с работой. Где-нибудь поздним вечерком устраивает? Ага, очень даже. Тогда уговорились, позвоню поздно вечером. Пока. Да, в общем, это заканчивается. Это помнится, в второй главе как раз мы это видели. Потом, в общем, как выяснилось, когда получат цикады, ответы или фигурация на Навокарани, Каи. Продолжение следует. 84-й эпизод. В общем, до этого, в второй главе как раз выяснилось, что вот потом, в общем, это-то к этому... В общем, Оиси-то сказал, в общем-то, Кейти, это уже, наверное, через сколько-то дней, что после, в общем-то, этой встречи в библиотеке-то она как раз, в общем, пропала без вести. Ну, как он думал. На самом деле, в общем-то, я, в общем-то, раскроется, что на самом деле-то Мион пропал-то без вести, а не Шион. Что, в общем, Шион притворялся Мион, на самом-то деле.
Я уже привыкаю к бабкиному мотоциклу. Ну так, теперь вечернее собрание в сельсовете, что во дворе храмов Руды. Будь это обычное собрание по итогам фестиваля, несложно представить, как оно пройдет. Однако, думаю, на сегодняшнем совещании будет не менее напряженно, чем на собраниях семьи Санадзаки. Точно, ведь сельский совет – это сердце Хинамидзавы. Нельзя расслабиться ни на долю секунды. Чуток отдохнувшее поместье, я пошел на собрание. Поднявшись по длинной-предлинной лестнице, я увидел храм. Перед сельским советом курило несколько стариков. После небольшого пожара, случившегося как-то внутри совета, я в нем больше не курили. Мион-тян? Дедушка Кимиоси, он же самый глава дома Кимиоси, заметил меня и помахал рукой. Вижу, не ожидал, что придет лишь наследница. Думал, или заявилась бы одна бабка, или Мион бы пришла вместе с ней. У бабули с того вечера настроение из рук вон, поганое. Лежит под одеялом, никого не пускает. Старики на собственном опыте, знавшие, как сложно осладить с бабкой, когда ее что-то рассердит, понимающие сочувственно заулыбались. Значит, сегодня ты будешь за нее? Орио-сан тебе чего не то говорила? Вроде того. Орио-сан тебе чего не то говорила? Что тут имеется в виду, не пойму. Обычно на собраниях председательствует деревенский староста, глава семьи Кимиоси. Но если уж он спрашивает заместителя главы Санадзаки, слышала ли та что-нибудь от главы, всякие вопросы о том, кто должен был возглавить собрание, отпадают. Кимиоси-сан, нельзя ли, чтобы сегодня председательствовала не я? Если следовать порядку рассадки гостей на семейных собраниях Санадзаки, заместитель главы Санадзаки важнее главы Кимиоси. Иными словами, мне и возглавить собрание, но я не смогу. Ай-яй-яй, не боись, дедушка справится. Просто посиди с нами. Если Орио-сан тебе чего не то говорила, передай нам, будь ласка. Староста, уйти на месте, давайте начинать, Шоли. Затушив сигареты о подметке, курильщики торопливо пошли внутрь. В зале подковы и расставлены низкие столики. Меня попросили сесть рядом с местом председателя. Подушка по другую руку от его места пустовала. Судя по расположению, предназначалась она главе Фурудерики. Однако кто-то говорил, что все уже тут. То ли Рикотяма успела сообщить, что ее не будет, то ли пустое место, исключительно, чтобы соблюсти проформу. Учитывая, о чем должна пойти речь, помянутая глава Фуруде и сама не захочет прийти. Да если бы Рикотяма и пришла, она бы ничего не смогла сказать дельного. Даже я знала, что на семейных собраниях Санадзаки она только делает, что малюет тетрадки. Будь она тут, опять бы верно принялась за рисование. И кроме того, уверена, старики не хотят при ней такой доброй, хорошей, светлой олицетворение всего положительного говорить о недобрых, нехороших, темных вещах. Так что легко объяснимо, почему место главы Фуруде пустует. Когда все расселись, старшая в женском кружке принялась расставлять чашки с чаем. Ощутив ее злобный мачехин взгляд, спрашивавший, почему я, девушка, не помогаю, я встала с места и охотно Ойли ей помогла. Затем, увидев, что все сидят смирно и ждут, сидевший ниже всех секретарь встал с места. Позвольте выразить великую признательность всем собравшимся за то, что нашли время прийти, несмотря на дела. Итак, начнем со слова уважаемого старосты. Прошу вас. Премного прошу простить, что не встаю, Кентян. Тебе тоже вставать не обязательно. Я очень благодарен вам, что нашли время прийти сюда будним вечером. Также отмечу, что вчера вы постарались на славу. Благодаря вам фестиваль в очередной раз прошел без происшествий. Одним словом, удался. На фестиваль вышла у вся деревня, и, думаю, грязь лицом никто не ударил. Так, сколько там народу пришло? По сообщению императорской ставки, едва как не 5000. Ва-ха-ха-ха-ха. Похоже, я одна не поняла, что тут надо смеяться. Надеемся работать с вами и дальше, дабы сохранить и приумножить наше культурное наследие. Всем большое спасибо. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Аплодисменты вышли не очень, хлопало всего-то на всего человек 8. Итак, перейдем к вопросу, заради коего созвали срочное совещание. Предла Аю, чтоб сегодняшнее собрание возглавил наш староста Кимиоси-сан.
Если присутствующие не согласны, прошу похлопать. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Большое спасибо. Итак, председателем собрания единогласно избран Кимиоси-сан. Прошу. Ла-дарюки, Ткен-тян. Что ж, с вашего позволения начнем. Извиняюсь, нельзя ли задернуть занавески? Каждый из присутствующих повернулся к окну за спиной и задернул штору. Хотя до заката еще не дошло, зашторенными окнами казалось, будто настала ночь. Сначала председатель рассказал детали происшествия и то, как поступила полиция. Вчера полночь полицейский патруль, возвращаясь в Окиноми, обнаружил тело Томитаки-сана. Догадываясь, что что-то произойдет, и в 5-м году Оиси держал свой особый отряд по расследованию проклятия Сирасама, за неимением названия, будем назвать его так, наготове, поэтому среагировал быстрее некуда. Так как Атакана-сан часто видели с Томитаки-саном, Оиси, пытаясь узнать, что с ней, связался даже с полицейскими штабами соседних префектур и попросил ее поискать. В итоге узнали, что в горах соседней префектуры Гифу нашлись сожженные внутри стальной бочки труп женщины. Останки скоро опознали как принадлежащие Такана Мио. Учитывая обстоятельства, полиция расследует эти две смерти как пятое звено хинмидзавской цепи загадочных смертей. Когда он закончил, настала полнейшая тишина. Я внимательно следила, кто первый откроет рот. Никто не открыл. А потом я заметила, что Кимиоси-сан глядит на меня. Ах да, тут слово должна взять глава Санадзаки, бабка. Мьон-тян, Арио-сан что-нибудь и говорила? Все уставились на меня. Так будто за плечом моим сидит бабка. Я Санадзаки Мьон, заместитель главы рода Санадзаки. На меня возложена честь присутствовать здесь вместо главы Арио. Благодарю вас. Я стала Мьон. Заставила себя вспомнить тот страшный ледяной безразличный взгляд, от которого остыло нутро мое. Да, Тамён теперь внутри меня. Она — это я. Я — она. К сожалению, и в этом году мы не избежали гнева Сирасама, что крайне печально. Все, не издавая ни шороха, прислушивались ко мне. Да, я больше не какой-то ребенок. Сейчас устами ребенка, говорит чертова бабка. И придавленные ее властностью, все молча слушали. Если здесь те, кто знает, от чего и в этом году разразилось проклятие. Тут все, нахмурившись, заперешептывались. Что ж, хорошо, они нарушили запрет Сайгудена, поправ священное нутро его своей грязной обувью. «Шо?» Несколько стариков повскакивали с места, орав. «От придурки!» Ну и сопляки уму непостижимо. Так и надо этим балбесам, еще потрохаем повыдрать. О великий Айсирасама, молю тебя, не гневайся. О всемогущий и всеблагостный, помилуй нас. Шо ж это така? Ох, шо ж это тако? Айсирасама. Потому-то мы чужаков и не любим. А они и думать халавой не умеют. Ничего не пымают. Хоть коль на хуловет теши. И по делам им, сами напросылися. Разозленные старики громко бронились. Тем же занимались и те, кто трепетал при мысли о божественном гневе. Перемена в них очень меня испугала. Но больше всего меня испугало то, что даже дедушка Кимиоси, столь добрый и ласковый ко мне с младенчества, превратившись в какого-то асуру, яростно клал нарушителей какого-то асуру. Яростно клал нарушителей на все лады. Клял, в общем-то, да. Сельсовет стал похож и клал. Что-то вообще не тот смысл, конечно, вложил. Яростно клал. Ладно. Что-то это не место, конечно. Сельсовет стал похож на бушующий океан. Ну, в общем, да. Что оно в итоге это все удивило. Их вопли крутились, метались, схлестывались. Ревели, неистово рычали в воздухе. Понятно. Я одна все больше бледнее молча наблюдала за ними. Вчера Мён грозилась, сегодня поражался Касай. А сейчас я своими глазами видела то же самое. Даже добрый и ласковый дедушка Кимиоси метал гром и молнии на голову погибших, крича, что и такая смерть слишком мягкое наказание. Меня пугала их внезапная перемена.
И меня пугало, что никто не подумал усомниться в том, что за вторжение в хранилище утвари для обрядов поклонения Аэсера Сама должны платить жизнью. Но это еще все точки. Настоящий мой страх не об этом. Ведь среди тех, кому они громко сурили смерти, была и я. Иными словами, они ровно что желали мне лютой гибели от проклятия. Узнай не тот, что я пробралась в Гуден, не удивлюсь, если меня тут же задушат. Хотя что там, едва ли стоит надеяться на такую быструю смерть. Я уверена. Присутствующие точно так же верят в Аэсера Сама, как бабка, и думают так же. Они без колебаний прикончат того, кто вызвал гнев Аэсера Сама, чтобы их богу не пришлось себя утруждать. А если и постесняются замарать руки, то, по крайней мере, закроют глаза на все, что с тем сделают. Если бы кто-то свернул мне тут шею, они бы дружно сказали, что ждали меня. Ждали, но я не пришла. Знать, демона унесли. Убить и замести все следы, и как дважды два посчитать. Все верно. Здесь присутствуют люди, служащие посредниками между бабкой и проклятием. Я продолжала. Верно, я Санадак и Мион. Я из тех, по чьей воле происходит проклятие. Стало быть, тревожиться пока не о чем. Никому не под силу различить нас, близнецов. Так что со мной ничего не сделают. Попрошу всех успокоиться. Эй! А ну тихо! Дедушка Кимиоси поддержал меня, однако крик его был необразимо свиреп и скорее пугал, чем внушал доверие. Так или иначе, все замолкли. В Сайгуден пробралось четверо негодяев. Осталось еще двое. Собравшиеся вновь было загомонили, но дедушка Кимиоси сразу осадил их своим грозным рыком. Тамитаки-сан и Такана-сан были достаточно взрослыми, чтобы сознавать ответственность. По этой причине проклятие Аэсера Сама не стигло их без промедления, однако же двое других всего-навсего дети. Проклятие пока миновало их, но от ответа им в любом случае не уйти. На сей раз никто и не сдал ни звука. Наоборот, все бледнее ловили каждое мое слово, стараясь не пропустить ни единого. Верно, все думали, что среди них могут быть их родные, а то и внуки. И они хотели поскорее узнать, кто же эти двое, чтобы перестать беспокоиться. Остальные двое, Санадзаки Шион и Мэйбара Кити. Я почувствовала, как пересыхает в помещении воздух. Казалось, вот он вот-вот затрещит. Санадзаки Шион уже. Ни звука не доносилось от стариков, даже дыхания не было слышно. Я украдкой глянула на сидевшего рядом дедушку Кимиоси. Шион, которого он баловал как родную одиночку, похитили демоны. Интересно было посмотреть, какие горе или жалость выражало его лицо. И когда я его увидела, то словно бы кожа у меня на спине, иссушенная здешним воздухом, заскрипела. Что она в итоге увидела, интересно? На его лице не было ничего. Ни капли чувства. Дедушка Кимиоси был так добр ко мне. Я очень любила его и думала, что дедушка тоже меня любит. И надеялась, что его хоть слегка огорчит жестокая правда. Но надеялась зря. Память о теплой дедушкиной улыбке пошла прахом. Есть ли такие слова, чтобы описать мой страх от жуткой перемены, случившейся с человеком, на которого я надеялась? Нету. Никакими словами не передать охватившего меня ужаса. Заметив мой взгляд, он спросил. Почему, может, какие-то чувства выражают все-таки? Ибо она, в общем, сама тоже очерствела уже настолько, что не понимает никаких чувств, кроме, в общем-то, этих отрицательных. Ненависти, там, злобы, страха и так далее. А что же с другим, с Мэйбара Кити? Еще нет. Пришлось глубоко вздохнуть, чтобы вернуть наигранное спокойствие. Всех четверых, вторгшихся в Сайгуден, постигнет проклятие Аэсера Сама. Мэйбара Кити не исключение. Ледяные, безжалостные, безразличные, злобные и колючие взгляды. Я буквально видел, как демоны пережевывают мои слова, будто сушеных кальмаров, не сводя с меня пристальных взглядов. У некоторых изо ртов на какую-то долю секунды высовывался тонкий змеиный язык. У некоторых в глазах полыхало пламя. Они как будто старались не получше запомнить имена тех, кого еще не постигло проклятие. Потом было сказано, чтобы не болтали полиции лишнего. Чтобы докладывали обо всем, что услышат. И чтобы срочно созывали совет, коли еще что-то случится.
и чтоб, если произойдет нечто, требующее безотлагательных действий, сначала советовались либо с главой Камиёси, либо с главой Санадзаки. На том собрание завершилось. Ну так вот. По-моему, мы сейчас, в общем-то, этот, в общем, Мион как раз пойдет с этим, с Камиёси-то. На улице уже стояла ночь. Хидэмидзаве со всех сторон окруженный горами, день переходил в ночь быстро. Даже жаркий день с наступлением темноты резко наставала прохлада. Попрощавшись, старики отправились по домам. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на машине. Помахав остальным, дедушка Кимиоси направился было к себе домой. Я кликнула его. «Кимиоси-сан, есть ли у вас еще какие-нибудь дела на сегодня?» Я назвала его Кимиоси-саном, а не дедушка Кимиоси. Дедушка остановился. «Нет, никаких. Не могли бы вы и к нам заглянуть? Арио-сан желает меня видеть?» «Да. Она хочет о чем-то с вами потолковать с глазу на глаз. Что же, давай зайдем». Так я привела дедушку Кимиоси в поместье Санадзаки. Бабка часто звала его побеседовать наедине, так что зазвать его было несложно. Я пригласила его в гостиную. Налила чаю, а затем, сказав, что пойду позову бабку, вышла и пару минут разглядывала стены на другом конце коридора. «Бабушка придет, как переоденется. Придется чуть-чуть подождать». «А, ладно, ладно. Мне не к спеху. Усевшись поудобнее, дедушка Кимиоси прихлебывал чай. Я села рядом. «Мне кажется, она хочет поговорить с вами насчет Шион». Назвав имя Шион, на некоторое время внимательно наблюдала за ним. Его лицо хранило суровый вид. Даже засомневалась, слышал ли он. Я решила поговорить дальше, пока он как-нибудь не ответит. Помните, что Шон натворила в прошлом году? Она посмела якшаться с человеком из семьи Ходзи. Тогда ее простили за то, что вырвала себе несколько ногтей. Верно, за 3 ногти. Скрестив на груди руки, дедушка Кимиоси помолчал. Где сейчас, Шион-тян? В подземелье. Как она? В его вопросе звучало нечто вроде беспокойства. Что интересно, в итоге как-то он отреагировал нормально. Где она, в общем-то? То есть, в общем, знал, что на самом деле, что их этих пропавших без вести на самом деле подземелье отправляют, потом, в общем-то, их убивают, что ли, получается? То есть, получается, значит, и с этой женой это священника тоже случилось. Или это какое-то, в общем, понятно. То есть, в общем-то, он про это, в общем, про это знал, что ли, заранее? Так просил спокойно-то. Непонятно, что-то какие-то намеки не понятно. Как она? В его вопросе звучало нечто вроде беспокойства. Услышав его, я обрадовалась. Все-таки дедушка Кимиоси на моей стороне. Его недавняя свирепость была исключительно показной. Она долго плакала. «Мион-тян, скажи на чистоту, как Арио-сан хочет поступить с Шион-тян?» «Не могу сказать. Вы, полагаю, сами знаете, что если бабуля особенно рассердится, из нее слова не вытянешь. Она, значит, прокралась в Сайгуден. А еще она и родня». «Да, пойди тут, реши». Дедушка Кимиоси уставился себе под ноги, с выражением говорившим, что тут и бабка, верно, не знает, что делать. «Как думаете, что настанет Шион?» «Ну, 3 ногтями на сей раз всякое дело не кончится. Уж Арио-сан и родственнику спуску не даст». «Да чего там? Как раз сродни у ней спрос большой самый». «Как-никак она пробралась в Сайгуден, на это глаза не закроешь». «Оно так. Сайгуден чай не абы что. Но может быть это несправедливо по отношению к Шион. Ведь она столько прожила вдали от Хидэмидзавы. Она, конечно, знала, что Сайгуден запретное место, но едва ли она загадывалась, что так, что настолько». «Неправда, бедная Шион-тян. Скажите, как отличить меня от Шион? В чем разница, если не считать татуировки на спине?» «Нету ее. Да и незачем вообще пытаться отличить Мион от Шион. Двойня – знак злополучия. Сразу после рождения одну надлежит убить. Следуя старой заповеди, бабка действительно схватила Шион за шею, как только та появилась на свет. Так мне рассказывали. Все-таки бабка не смогла прикончить Шион, однако сделала вид, будто ее нет на свете. Нас поделили на Мион и Шион, и Мион она баловала, но Шион видеть не могла. Мы двое никак не могли понять, что с нами так. Все-таки она ее не задушила, но, видимо, все-таки не смогла, в общем-то. Не настолько она жестокая была, эта бабка, если не смогла, в общем-то. Но все-таки любила тоже. Ну, в общем, решила так сделать, да.
В том числе не смогла отступиться от этих обычаев, в итоге я решил, в общем, как-то ее сбагрить куда-нибудь, чтобы не видеть. Чтобы, в общем-то, снова не появилось желание, видимо, прикончить, да? Настолько была закоренелая какая-то, в общем, это фанатичка какой-то, фанатичка, в общем, своих обычаев этой семьи Санозаки-то. Нам было без разницы, кто из нас Миона, кто Шион. И однажды до нас дошло. Мы решили поровну делить радость Миона и скорби Шион. И начали меняться друг с другом. Каждый из нас была одновременно Мион и Шион. Взрослые пробовали одевать и причесывать нас по-разному, чтобы хоть как-то нас различить. Глупые взрослые. Чтобы они с нами не делали, стоило нам меняться, и никто не поручился бы, кто из нас кто. В конце концов, они, наверное, догадывались, что дело в том, что мы всегда вместе. В тот день Шион одну отвели в парк с аттракционами, случай из ряда вон выходящий. С тех самых пор мы были порознь. Мион Тян. Я не представляю, что же ждет Шион. Что бы насчет нее не решили, я не вправе что-либо заявлять. Бабушка не слушает родственников. И то верно. Это Арио-сан зря. Не носи Шион фамилии Санозаки, она, я думаю, была бы уже мертва. Не представляю, какое наказание равносильно смерти. Если ее и не убьют, она может никогда больше не увидеть свет солнца. То есть ее унесут демоны. Мьонтян. Скажи, Шионтян раскаивается? Ага. Что-то в лице подсказывает, что он догадался, что он как-то определил, что это Шион. Мне так кажется, вот. И такой прошу, в общем-то, ты раскаиваешься в том, что совершил, Катя? С такой любовью и добротой, в общем, которую она как бы вначале не поняла, что это. Ну, в общем-то, видно. Тогда дедушка Кимиоси сначала хлопнул меня по спине, по плечу точнее, а потом стукнул мне себя в грудь. Я ободряюще улыбнулся. Не беспокойся. Если Шионтян раскаивается, ей вовсе не нужно бояться похищения демонами. Уж дедушка Кимиоси позаботится. Правда? Арио-сан правда наверняка рассердится, но дедушка не отступит. Он объяснит, что Шионтян раскаивается и попросит ее простить. Из глаз покапали слезы. Все-таки дедушка Кимиоси на моей стороне. Он единственный прощает Шион. Он друг. Как же хорошо. С ней точно ничего не случится. Ее не унесут демоны, как унесли в прошлом году уходец от Шикуна. Уверенно улыбнувшись, дедушка Кимиоси ответил. Не знаю про мальчонку и семьи этих дурных Ходзи, но Шион Тян и Санадзаки-то наверняка простят. Вот это... Что-то, наверное, зря. Сказал, да? Что? Мальчонку и семьи Ходзи... Вы про Сато-Шикуна? Про предыдущую жертву? Что уж с этими Ходзи поделаешь? Всю деревню, почитай, продать хотели. Еще бы его не унесли демоны, раз он из Ходзи. Что? На всем роду их проклятие. Демоны токмо таких уносят. Уж он тебя на ней ни за что не тронут. Пускай не боится. Дедушка. Но Шон же в этом году ответил за Сато-Шикуна. И разве его не должны были простить? Ответила. То есть? Ну, помните, она вырвала себе три ногти. За Касай-сана, за дядю Йосера и за Сато-Шикуна. По ногтю. За каждого из троих. А? Так вон она почему три-то. Что? Что? А что, она вырвала три ногти не поэтому? Да нет, оно так. Трое виноваты, значит, и ногти рвать три штуки. Мы так и рассказывали. Только... Касай-сан, Йосера-сан и Шион-тян. Вот про какую троицу мне говорили. А, вот это, в общем-то... Вот это поворот. Он-то думал, что, в общем-то, это за троих... В общем-то, троих Касая, за Йосера и за Сатоши. А в итоге, в общем-то, за нее в том числе, а не за Сатоши. Вот это поворот для нее-то. Что? А? Что? А? Что? Я же стерпел такую страшную боль. Сначала левый мизинчик, потом безымянный, а за ним средний. Да меня держали, чтобы я не рвалась. Но я ведь ее терпела. Мне ведь пришлось терпеть целых три ногтя. Я ведь не знала, какой из них засад Шикуна. Ведь если бы засад Шикуна отвечал средний палец,
Пришлось бы терпеть ее до среднего, иначе Сатошикуна не простили бы. Вот я и терпела. Да имен потом сказала ведь так. Все прощено. Что? 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 Мён, ты же говорила, Сато Шикуна простили. Разве нет? Я же слышала. Мне кажется, что так ты и говорила. Или нет? А? А? Чего? Шух. Казняка не должно быть, но мне показалось, будто в комнату ворвался холодный ветер, и почувствовал его ледяное касание на затылке. И вот тут я настоящая стала позади себя и кивнула. Волосы мои развивались без ветра, а в глубине глаз дьявольским пламенем загорелись глаза меня настоящие. Как по-вашему, почему демоны похитили Ходзюса от Шикуна? Да, родители Сато-Шикуна пытались продать деревню. Они заслужили проклятие Аясирасамы. Однако Сато-Шикун был всего-навсего их сыном. В чем его вина? Мюнтян? Я спрашиваю, в чем вина Сато-Шикуна? Вы только что сказали, что еще бы его не унесли демоны, раз он мальчонка из дурной семьи Ходзи. Чем он так провинился, что его заслужил, чтобы его унесли демоны? Химиоси сбился с толку, не зная, как ответить на мой внезапный натиск. Я не слышала, но я знаю. Сунозаки Арё так решила. Она решила, что проклятие Ясирасама пойдет на всех, кто носит фамилию Ходзи. Погоди, Мюнтянь. Что-то я не припомню за ней таких решений. Разве она так не объявляла? Ничего такого не говорила. Проклятие Ясирасама постигнет всю семью Ходзи. Да, сплетничали о чем-то таком, но никто ни разу не сказал, что так и будет. Тогда что, по-вашему, должно значить сказанное вами? Не знаю про мальчонку из семьи Ходзи. Прости, Мюнтян, я это глупость ляпнул, прости, старика. Стало быть так. Все, что бы не произошло с Ходзи, плохого. Проклятие. Деревне большинство наплевать, что случится с носителем фамилии Ходзи. Вот в чем беда. Неважно, провинился ли чем-то Сато-Шикун. Раз у него фамилия Ходзи, значит он нечист. Большинство думает не именно так. Вот в чем беда. И вы все поверили в эту чушь. Забили головы этим никчемным бредом. И такие, как ты, гады, как вас земля носит, шпынали, мучили семью Сато-Шикуна, столько гнобили бедный Сато-Шикун, что он вам сделал. Ничего он не сделал. Он просто был Ходзи. За что его казнить? За что ругать? За что проклинать? Зачем же он провинился? То в щеке Мёси выгнулась назад и стукнулась об пол. Вот и все. Я сунула электрошокер в карман. Видимо, она его тоже ударила электрошокером. Видимо, взбесился просто из-за того, что, в общем-то, он сказал. Вот и заря он сказал это. Хотя он не знал, в общем, что это Шион там. Он же думал, что это Мён. Хотя, в общем-то, даже не знаю, Мён наш, наверное, так не отреагировал в итоге, что ли. Извини, Шион. Как ты сказала? Говорят, прошлой ночью Такана-сан и Тамитаки-сан погибли. Такана-сана сожгли. Тамитаки-сан, похоже, свел счет и жизни. Я утром услышала. Послушал разговор отца с кем-то из родней по телефону. Понятное дело, Кейти ничего не знал о том, что произошло ночью в Танагасе. Разумеется, такое никто не показывает. И раньше так было. Кейти отказывался поверить в гибель тех двоих, пока ее не покажут по телевизору. Или не напечатают. Про нее в газетах. Однако расследование серии загадочных смертей засекречено. Естественно, увидеть статью он не мог. Деревенские старосты и некоторые сиятельные лица из рода Саназаки крепко нажали на полицейских. Стало быть, двое погибли, а никто ничего не узнает? Вот именно. Конечно, понимаешь, расследование все равно ведется. Но ведется втайне, и поэтому его возможности весьма ограничены. Такое, пожалуй, можно назвать запретом на расследование. Не верится. Кто-то погиб, а его смерть держит в тайне. Объявления не позволяют. А если совсем разжевать? А тех, кто погиб ночью на Ватанагасе, объявления давать нельзя. Что за бред ты несешь? Кейтян, я же тебе говорила, что проклятие Ясирасама, возможно, и сделал друг деревенских жителей. Иными словами, дело так. Подделываясь по проклятию Ясирасама здесь, в Хинмензаве, всякий год в ночь в Ватанагасе можно кого угодно убить. И никто не узнает. Вот именно. Это и есть то, что представляет собой хинмензавская серия загадочных смертей, также известная как проклятие Ясирасама. Во-первых, временной фактор.
день, когда, прикрываясь проклятием Айсирасама, можно убрать и двух жертв. Во-вторых, человеческий фактор. Прикрываясь проклятием Айсирасама, они считают себя вправе убить одного и заставить бесследно исчезнуть от второго, другого. И когда они сходятся, тут-то и происходит проклятие Айсирасама. Еще важно то, что здесь Хинамидзава. Кимиоси не врал. Распространение убежденности, что враги Стамбовой войны заслужили смерть, вот что порождает убийц. В том и заключается мутная и неочевидная схема управления Санадзаки, выстроенная Арё. Стоит отметить, что в данной схеме распорядитель не связан с исполнителем. Орё, отдающий распоряжение, не отдает их прямо. Ей надо только на что-то рассчитывать. Окружая ее на семейном собрании, родня из кожи вылезет, лишь бы ей услужить. Из кожи, правда, лезть не обязательно. Можно и кое-как нехотя. Но когда Орё скажет слово, каждый из них, кто знает, может стать тем, кто исполнит ее волю. Поэтому Орё и так и не узнает, кто выполнил ее желание, как не узнает никто из родни. Все знают лишь то, что в итоге вышло по воле Орё, и догадываются, что причиной тому кто-то из родственников. Данная схема прочна и распространяется уж точно на всю деревню, а уж дамбовая война укрепила ее до нельзя. Исполнителем может стать каждый, поэтому все друг другу помогают и оказывают всяческую поддержку. Если кто-то совершит преступление, остальные попытаются умаслить Орё по-другому. К примеру, придумают ложные алиби, откажутся помогать расследованию. Пускай никто не узнает, кто убивал, они сделают все, чтобы защитить родственника. Да, вот теперь я могу сказать, что знаю, как работает хинамидзавская серия загадочных смертей, она же проклятие Айсирасама. Давайте приведем мои размышления в более удобоваримый вид. Чтобы каждый год безнаказанно убивать твоих нежелательных для деревни людей, требуются три вещи. Первое – крепкие земляческие узы. Так исторически сложилось в Хинамидзаве, где жизненно важна была сплоченность общины. Да, было войне, они стали еще крепче, прочнее. Можно сказать, что сама местность благоприятствовала возникновению проклятия. Правильнее будет считать, что проклятие возникло из исключительных местных условий, нежели что его кто-то придумал. Следующее – одинаковые ценности. Одинаковые ценности – важная штука, без нее проклятию не бывать. Кроме того, их закладывала лично Санадзаки Орё, поэтому-то она вправе утверждать, что является родоначальником всей системы. Одинаковые ценности означают, что все в общине признают одного и того же врага. Ну да. Какое бы единодушие ни царило в деревне, оно ничего не значит, если не все признают общего врага врагом. В дамбовой войне Санадзаки Орё, чтобы сплотить деревню, наделила врага ясным, понятным любому определением. Я против стройки, правительство – мой враг. Как-то мутно выходит. Непонятно, что в этом правительстве такого, что против него нужно восставать. Орё же прямо сказала, стройка плохо, ее начальник плохой, а надо жителям четкий образ врага. Такой образ любой понимал сразу. Жители признавали, что строители глубоко им враждебны, а их начальник – вражеский командир. Таким же образом она клеймила врагов одного за другим, прямо говоря, занося их в личный список врагов каждого из деревни. Не так давно я называла это распространением идеи. Те, кто ей подаются и распространяют ее дальше, по сути, сами того не сознавая, выдают распоряжение на убийство. Как только идея завладевает деревней, и все жители Хинамидзавы признают одного врага, Хинамидзава становится убийцей, исполняющим общую волю. Орё запрягла крепкое землячество и общие ценности, общих врагов, в одну телегу. Избрала врага и заразила его образом всю деревню. Закон судит и того, кто исполнял преступление, и того, кто им руководил. Однако хитроумная система Орё не требует руководства. Орё достаточно лишь выразить беспокойство по поводу ранее избранного врага. Только этого еще недостаточно, чтобы произошло проклятие, что произошло. Беспокойство Орё можно назвать снятым предохранителем, а снятый предохранитель еще не означает, что нажатие на спуск и выстрела проклятием. Последнее, что необходимо, назначенная дата. В общем, дальше, думаю, тогда узнаем последним красотом. Условия, что нужно для исполнения этого проклятия, или точнее совершения убийства врагов в деревне, как думает Шион, родом Санадзаки.
В общем, об этом мы узнаем в следующей серии. На этом все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии. Только лишь конструктивную критику без мата оскорбления. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far.